Я вас приветствую на своем канале «Как всегда Мукбанг» и самые интересные темы только у меня на канале. Сегодня я сделала котлеты по-киевски, сделала их уже с сыром, ну, с маслом и с сыром сделала. Налила себе кофе, я не знаю, видно, не видно, я сегодня так плакала, мякушка приболела, я жду доктора, и пока жду доктора, мне надо чем-то отвлечься. Вообще, девчат, ой... Так распереживала, что пришлось купить какой-то вот такой препарат, потому что я так плакала, у меня заболело сердце, я расстроилась, вроде ничего, ну, такого, видимо, ну, какая-то вирусная или что там, я не знаю, сейчас я положу красиво волосы, вот, но я плакала, я не знаю, что-то со мной вообще так расстроилась, близко все к сердцу приняла. Вот, и мне пришлось даже успокоительное купить, но это биодобавка, я даже афобазол не стала покупать, свой любимый. Но не будем делать рекламу афобазола. Господи, почему я такая большая какая-то, нет? Я небольшая? Так, не забываем поставить сразу лайк, не забываем написать комментарий, любите ли вы котлет по-киевски. Вот я приготовила, только вытащила их... с духовки. Ну, сейчас попробуем. Вообще они приготовились? Нет, уже сейчас сырые, надо будет засовывать, доготавливать их. И сегодня интересная тема, продолжение темы про православный сайт знакомств и вообще про вот этих вот православные разные, знаете, что, группы. Вот про это сейчас поговорю. Расскажу вам историю от подписчицы. Горячо. Ну, только приготовила, свежательно. Главное, чтобы сыр не вытек. Я не помню, вложила много сюда или нет. Сочно. Кстати, как вы относитесь вообще к тем людям, которые фанатично, фанатики религиозные, да? Вообще, сталкивались ли вы в своей жизни с фанатиками настолько вот, которые, ну, как бы, знаете, мне кажется, грешны намного больше, чем какой-то, я не знаю. Ну, с чем сравнить, даже не знаю, с чем сравнить, но у грехов намного больше, чем у простого человека, да? Не у всех, да, но вот кто фанатики, в группах состоит... Они такие сочные получаются. Хочу добраться до сыра. Масло. Можно я вам покажу? Какие сочные получились. Видите, масло и сыр там. Вкусные. Может, мне вообще на заказ делать какую-нибудь еду, котлет по-киевски. Слушайте, у меня же талант кулинарии, как мне написали подписчицы, пропадает талант кулинарный. Короче, рассказывала я, кто смотрел Мукбанг, православный сайт знакомств, где девушка поделилась своей историей. О том, что она зарегистрировалась вкратце на сайте знакомств с православным, познакомилась с парнем. Парень показал себе просто идеальные цветы, конфеты, шикарно маме. Ну, то есть произвел впечатление, а потом просто постоянно дрочил напор, ну и так далее. Да, вот это все. Кто посмотрите Мукбанг, кто еще не смотрел, интересный, чуть ниже спуститесь, так и называется православный сайт знакомств. И обратную связь, мне же многие девушки обратную связь дают уже в директ в моем инстаграме. Тоже можете подписаться, ссылки на инстаграм, на телеграм, все указаны под видео. И она говорит: Лиза, ты не представляешь, с моей подругой практически произошла идентичная ситуация. Она тоже познакомилась на сайте или через группу, там я уже не помню, значит, православных людей. Познакомилась и родила от него уже, ну, ребенка.
родила от него, родила, то есть та девушка не успела родить, они просто разбежались, она родила ребенка, и он начал ее бить, но бить так, что без синяков, мокрым полотенцем. Постоянно он ей говорил: ты почему плохо молишься? Ну, то есть такой садюга, да? Вот такой жестокий человек, постоянно ему надо молиться, ты неправильно, это, третье, десятое, какие-то претензии у него. Как это вкусно. Ну и все. И она мне начала рассказывать, есть ВКонтакте группа, называется «Давай», она называется «Давай», ой, «Не помолимся», «Давай повенчаемся», вот, все, у меня же деменция, «Давай повенчаемся», такая есть группа, она скидывает мне ссылку, говорит, и вот там вот все набожные, и вот, значит, там, значит, я ищу хорошую, чистую девственницу, даже вот нетронутую, вот все ищут девственниц они. Что ты будешь делать, задаю вопрос, что ты будешь делать с девственницей, раз у тебя на лице уже написано, что у тебя какие-то сексуальные наклонности, что тебе надо вообще девушку по вызову вызывать и удовлетворять за деньги свои вот эти извращенные фантазии. Что ты сделаешь с девушкой здесь? Да ты просто сломаешь ей психику. Она скажет, куда я попала вообще, что это такое. Начнешь ее бить, а может быть и просто рабыней своей ты сделаешь. Ну вот такой вот есть такая группа, они там, я залезла туда. И они там у них есть пары, которые создали. Вот они же там. Я ищу хорошую девушку, девственницу. Хорошую, чтоб молилась, хорошо ходила. Та-та-та-та-та. А там, она говорит, бывшие наркоманы. Говорит, весь сброд, извращенцы. Говорит, я там с двумя, она говорит, я там или с тремя там общалась. Да он говорит, наружу написано там. Все ясно, знаете, такие вот, ну, есть вот почему-то у таких людей, вот, кстати, вы не замечали такое вот у людей с какими-то наклонностями, да, с какими-то наклонностями не такими нормальными, да, как у нас. У меня вот наклонность поесть, попиздеть, выпить, я не знаю, покурить сигаретку на балконе. Вы согласитесь, у них на лице как будто это отпечатывается. На поведении энергетика, как будто у людей это энергетика, да, такая? То есть, если ты не дура, да, или не дурак, ты это считаешь у них на раз-два. То есть, то, что с ними что-то как будто бы не так, да? Вроде вот он молится, вроде он и не пьет, не курит, с мамой живет, а уже с мамой, если живет в 40 лет, штанишки вот до пуза носит на ремне, какая-то у него это... Рубашка еще папина с 70-х годов, просто отец умер, мать не стала выкидывать, видимо, рубашки там все, не стала выкидывать, потому что мать все для сына. И вот он желтую какую-то, желтого цвета, она была когда-то в 70-х годах белого, а в 2022-м она стала желтого цвета от того, что долго лежала. И вот он в этой рубашке, жених, значит, у него брюки вот до сиськи, да? И вот он стоит, жених, вот ищет себе девственницу. Вот девственницу молится. Я ничего не против, не имею ни религии, ни... Потому что я сама хожу в церковь, я сама молюсь дома, у меня есть иконы. То есть я верю в Бога, я говорю ему спасибо, либо прошу что-то. Ну, то есть я, ну, как можно назвать, я православная христианка, да, меня крестили. Вот, но все же.
все же, да, я говорю про вот каких-то немножечко ненормальных, ненормальных. Вот они будут по субботам, воскресеньям в церковь ходить, молиться, причащаться, какие-то свои грехи. Постоянно откуда у них грехи? Вот ты живешь с мамой, откуда у тебя грехи? Ты не должен, значит, там, животных обижать, близких, ты вроде ни с кем не общаешься, задротик такой. Откуда у тебя грехи? И вот бывшие уголовники, какие-то мошенники бывшие, вот они когда приходят к Богу, да, вот, ну, к примеру, я не утверждаю, это просто к примеру. И там знакомятся. И вот так, девочки, так это сплошь и рядом. То есть идентичные. Если ты вот мужчина верующий, все, да, это не значит, что вы застрахованы от того, что он не будет рукоприкладывать, какие-то порно запрещенные там смотреть и так далее. Берегитесь, девочки, если вы хотите себе правильного мужчину, не надо идти за ним там в монастырь или там на какие-то вот эти православные. Я, конечно, понимаю, что у некоторых есть другая позиция, да, в жизни, что наоборот, считаю, ну, пришли к Богу, пришли к этому всему, но встретив обычного нормального парня, мужчину, не надо зацикливаться вот на этих. Они же, понимаете, туда же идут не просто так. К Богу приходят тогда, когда у тебя какая-то там жопа произошла, когда ты натворила, блядь, за свою жизнь столько, что тебе приходится только действительно и молиться. Но если я никого не обижаю, если я никого не обманываю, я просто перед сном поблагодарю Бога, спасибо тебе большое, да, за прожитый там день или там за блага, или там так далее, да, и ложишься спокойно спать. Зачем, ну, если ты, допустим, не работаешь в этой сфере, ну, как бы, не знаю, девчат, может быть, это такая тема, знаете, обтекаемая. Какие-то грехи замаливают. Котлета большая. Еще одну не потяну. А это я пойду угощать. Я же всегда всех угощаю, девчата. Я же добрая душа. Поэтому кому интересно, посмотрите в ВК эту группу. Я думаю, что там еще тысячные будут подобные группы, где люди будут знакомиться. Я не против знакомств, я не против знакомств в интернете, я не против знакомств даже таким людям. Но я к таким людям отношусь с опаской, с недоверием огромным. С огромным недоверием. И тем более, когда слышу такие истории, которые со мной делятся подписчицы мои, сама лично убегала от этого изверга, сама лично. Поэтому так, вот такая тема сегодня на мукбанге. Немного поели, немного кофе попили, с вами попиздели, что могу сказать. Хороших вам выходных, мои хорошие. Обнимаю, целую вас. Все. Пока-пока.